ДТП произошло возле Павловского посада в Московской области. Водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris для обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Honda CR-V, в котором установлен видеорегистратор. В результате ДТП Honda получила незначительные повреждения. Solaris перевернулся от удара и оказался на крыше. Водитель не пострадали, сработали подушки безопасности. Виновник аварии был трезв, пояснил, что торопился домой. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.